Число браков в Сургуте растет, а вот количество малышей, появившихся на свет, падает. Об этом журналистам рассказала Татьяна Макарова, начальник управления ЗАГС нашего города. Пар, которые решили узаконить свои отношения, по сравнению с 2016-м, стало больше на 10%. Возраст молодоженов от 25 до 34 лет. При этом разводов зафиксировано меньше, на 2%. Ниже и количество актов, которые регистрируют при рождении, на 7%. При этом Татьяна Макарова отметила, что снижение рождаемости отмечается по всей России. Последние годы в России наблюдается снижение рождаемости. В отличие от окружных и общероссийских показателей, в городе Сургуте до 2016 года наблюдалось ежегодное увеличение количества записи актов о рождении. Но в 2017 году в городе Сургуте также произошло снижение количества зарегистрированных актов о рождении на 7%. По Ханты-Мансийскому автономному округу Югре сократилась рождаемость на 4%, а в России на 10,7%. Начальник управления ЗАГС отметила, что всего в прошлом году в нашем городе родилось чуть более 6800 малышей. Мальчиков больше на 124. Самые популярные имена у мам и пап Сургута – Анастасия, Мария, София, Михаил, Артем и Александр. Среди редких имен – Алекс, Спартак, Доброслав, Светорада, Тая и Маруся. Вместе с тем, по словам Татьяны Макаровой, в муниципалитете увеличилась смертность. Но, несмотря на это, естественный прирост населения составляет 66%. Также она сообщила, что растет популярность подачи заявлений в органы ЗАГС через портал госуслуг. В 2017 году через портал государственных услуг в управление ЗАГС города Сургута обратилось 4512 заявителей. В том числе по заключению брака поступило 854 заявления, по рождению 1534. По расторжению брака 286 обратившихся. Количество поступивших заявлений через портал государственных услуг увеличилось на 3569 обращений.